Что ж, друзья, меня просили вторую часть про Ильинку. Снимаю. Сказано, сделано. И обязательно в этой части будет бонус. Вы увидите подземную Москву, короче, подземную Ильинку. Целый город вот тут вот, внизу. Дома здесь, конечно, просто интересные, поразительно красивые. Но, как бы, речь сейчас не об этом. Вот видите, вазончик. Давайте пойдем. Так, что-то здесь уже изменилось сильно. Тут что-то делают, кстати. Может, уже и не получится заснять ничего. Да, вот это печально. А, они уже все засыпали почти, считай. Ага. Сейчас. Они уже все засыпали, бетоном залили. Короче, вот такая вот, друзья, петрушка здесь происходит. Все, что я вам показал, считайте уникальной съемки. Аня, да, получается так. Потому что все, что мы видели на видео, здесь уже нет. Ну ничего, зато я вам покажу бонус. Бонус, который мне прислала принцесса Рассен Ра и ее доброжелатели, которые засняли отважные рыцари. Я вам покажу еще интереснее. То, что находится под Ильинкой. Это будет еще даже круче, нежели то, что я вам показал. Ну и добавлю то, что мы с детьми увидели под Ильинским храмом. Да? Там еще тоже много интересного. Сейчас я обойду, покажу, что тут происходит. Смотрите, все уже, все, забетонировали. Типа до свидос. А, он там еще не совсем. А я вот это только засниму и все. Какая разница вообще? Я вас не буду снимать. Да какая разница? Ну, закрытая территория. А вы смотрите, что там откопали. Ну и что? Вам показать, что там откопали. Да какая разница? А что я такого сейчас плохого делаю? Смотрите, там какая интересная. Ну, я вам хочу показать. Позвони, пожалуйста. Ну звоните, пожалуйста. Да звоните, пожалуйста, сколько угодно. Если такой вредный. Вот смотрите, какая там старинная плита. Главному. Да, главному. Президенту звоните, президенту. Да. Да? Нельзя снимать. А где указ, что нельзя снимать? Сейчас он принесет. А, ну понятно. Ну, когда принесут, тогда прекращу снимать. Меня? А я вам не обязан говорить. Ни фамилию, ни имени, ни отчество. Да. Да пожалуйста, звоните. Я просто покажу, что все забетонировали и все. Да. Вас? Зачем? Мне вы мне не интересны. Да. Ну все, друзья, вот тут, короче, все заделывают. Можете вызывать сколько угодно. Друзья, мы там, в принципе, немножко поругались с этими тупорылыми рабочими. По-другому их не назвать. Один из них нормальный оказался, и два тупорылых. А, ну, немножко добавить контента, да, мы с детьми сейчас зашли в переулок, который рядом. Вот посмотрите, и здесь тоже приемная президента Российской Федерации.
Вторник, суббота с 9:30 до 16:30, пожалуйста, работает. А мы идем вот туда. Там интересно тоже кое-что есть. Пойдем туда. И храм, он тоже там имеет этажи внизу. Он 1825 года. Это он, получается, на Лубянской площади. На новой или на старой площади, по-моему, называется. Домики вот такие. Так. А вот это целый этаж внизу. Вот знаменитые входы в подвалы. Что в Морозовской, что... Да и вообще везде такие делают. Просто везде. Нет, тут закрыт, видишь, замок. Нет, нет. Вниз, ну там, да. Вниз вот это идет. Угу. Как бункер. Нет, это нижний этаж просто. Ну, короче, подвал, да? Засыпанный, который... Еще один. Такие здоровые, кстати, говоря. Так, а мы там пройдем, нас пустят. Ремонт идет. Кипит. Эти леса поставили, сетку натянули. Защитную. Даже вот там вот что-то малюют. Наверху в арк. А мы туда пойдем. О, сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. Здравствуй, арка. Умножайте 22 на 15. Или 20, и вы получите те же 5 метров. Ну, около того, что ресторан был еще глубже, где-то там 5,5 метров, а здесь тоже где-то так же. А там арка заложена, ну такая используется, заложенная чуть-чуть. Вот. Так, идем дальше. Пойдем туда? Пойдем туда. Вот смотрите. Что открылось? Под асфальтом. Да. Это не фундамент, это именно обычная стена кирпичная. Это даже не цоколь. То есть это не цокольная стена, обычная кирпичная стена, и там вот окно. Вот. Кстати говоря, жили. Вот все. Пойдем туда. Работы, работы ведутся. Фальш-фундамент. Еще одно окошко внизу. Такое же, да? Что такое же? Для великанов, чтобы они проходили, головой не стукнулись. А по бокам смотри тоже. Во. Смотри, какие дверки. Кстати, готические верха. Вот видишь, смотри, соседствует готическая арка и обычная, ну, как сказать. В принципе, это... То же самое, только тут немножко, видишь, заострённо. И окошки там заложены, ну, частично. Так, это арка. Еще одно окошко.
Ну-ка, ну-ка. Угу. Поребрик. А это поребрик наверху. Карниз. Друзья, это вот, видите, готическая арка. Ну, а там Лубянка. Вон там. Ой. Так, а здесь политех. Еще раз показываю вам, как его откопали. И, в общем-то, окультурили, не закопали. Не закопали обратно. Вот видите, да? И те, что были внизу окошечки, вон они, как я вам показывал пару лет назад. И не только я показывал, это еще познавательный ТВ показывал, Кунгуров. Вот что сейчас с политехом. Сейчас вам покажу. Вон какие тут лавочки придумали. Вон там вот лесенка тоже. Вот у вас полный вид политеха. Тут, конечно, еще много, много делать. Я думаю, что не снимаю. Немножко здесь по шпионю. Смотрите, его со всех сторон откопали. Политех. По всему периметру. На много-много метров. Смотрите, какое окошко внизу. То есть там еще внизу-то много-много-много. Метров, метров 20, наверное, да, будет. А вон еще арочка. Смотри, сколько там еще можно копать. Там глина сплошная. Вот, короче, в той стороне располагается Ильинка. Здесь были Ильинские ворота. Вот от, мы обошли туда, перешли в политеху, немножко его поснимали. А вот и сами Ильинские ворота. И Китайгородская стена. Как видите, дом с большим куполом. На углу тот же. И башня та же. А что виднеется дальше? Дальше был храм, который и снесли потом. Так значит, та самая ведическая плита, которая торчит на раскопках, это и есть основание этого храма? Обратите внимание на странные купола храма. Но вот зачем их делать такими игольчатыми? Они похожи на ежиков, честное слово. Как по логике, дешевле, проще и практичнее делать гладкие купола. С ними проблем меньше. Но это другая тема. Это тема энергетики прошлого. А мы продолжаем. Тут видим также дом напротив. Он тот же самый. Теперь про заставку видео. Это был фотоколлаж арт для отражения сути видео. А теперь настоящую фотографию. Думаю, многие видели вот это фото Парижа, где откопали целую площадь. Сняты тонны грунта, глины, колоссальная работа. И что мы видим? Целый город под землей, под глиной. А что если и у нас в Москве, на Ильинке, так же? То же самое. А что если это не асфальт поверх грунта, под которым ничего, кроме, может быть, канализации нет? Ну и, конечно, земли вокруг. Я вам открою глаза, так что вы удивитесь. Эти кадры мне предоставила, как она себя сказала назвать, принцесса Укок Рассен Ра. Съемки ведут ее хорошие знакомые, храбрые и отважные рыцари. Оператор снимает и сам удивляется всему тому, что видит. Думаю, и мы
видя все это, удивляемся так же. Не так ли? Это просто поразительно. Под асфальтом глубоко целый город под землей. И это все буквально у Кремля, рядом с приемной президента России. Как видите, я вас не обманул. Люди там были по работе и ходили по всем этим галереям засыпанного города. Понимаете, что это другая Москва, которую мы совершенно не знаем. Это античная Москва под землей, то, что скрыто от взора всех нас. Видно, что изначальные помещения были перестроены, перекрыты вот этими стенами. Затем проведены коммуникации, трубы, электрические кабели, освещение уже современное, естественно. То есть вот этими стенами перекрыли в советское время, скорее всего, все вот эти вот дороги, не побоюсь этого слова, целые улицы со сводами. Сами понимаете, что изначально здесь все выглядело примерно вот так вот. Высоченные арочные своды, которые еще вниз надо откапывать. То есть это еще не вся высота. Вот тут вот складывается загадка. Как же так? Мы чего-то не знаем. Что это за коллекторы прошлой цивилизации? Что это за подземный город? Ну что ж, надеюсь, вам понравилось. А если так, то ставьте лайк, пишите много комментариев. На этом пока что все. До свидания, до новых видео.